Добрый день, уважаемые зрители нашего канала. Сегодня мы поговорим о таком растении, как чабрец. Чабрец можно встретить на склонах балок или оврагов, в лесах. Это растение любит песчаную почву. На распаханной земле сильно разрастается, стелясь по кочкам. На просторных лугах можно встретить большие заросли чабреца, очень красивого, розоватого или фиолетового цвета. Какие же полезные лечебные свойства чабреца? Вначале стоит отметить, что чабрец обладает мощным антисептическими свойствами. В связи с этим его можно применять как для лечения, так и для профилактики различных воспалительных заболеваний. Основное качество чабреца, благодаря которому широко используют, это противовоспалительное, отхаркивающее и расширяющее бронхи свойства. По этой причине настой чабреца издавна используют при лечении продолжительного кашля, бронхита и кокуша. Чай чабрецом пьют для улучшения пищеварения и повышения аппетита. Особо стоит отметить, что это отличное успокаивающее и снотворное растение. Его действие благотворно влияет на нервную систему, применяется для лечения нервных расстройств, при депрессии и при бессоннице. Заготовку чабреца лучше всего проводить в начале лета, ведь именно в это время он наиболее душистый и в нем много эфирных масел. Собранное сырье сушат небольшими пучками, подвешенными головками вниз, в проветриваемом месте, защищенных от прямых солнечных лучей. Как же применять чабрец? Одну столовую ложку чабреца нужно засыпать на 400 мл воды, довести до кипения, охладить и процедить. Пить средство следует по полстакана 3 раза в день. Но существуют определенные противопоказания. Несмотря на множество полезных свойств этого целебного растения, у него есть противопоказания к применению. Людям, страдающим гастритом, диабетом, язвой желудка и двенадцатиперстной кишки, нежелательно принимать препараты на основе чабреца. Перед употреблением чабреца рекомендуем проконсультироваться у лечащего врача. Не занимайтесь самолечением. Если вам понравилось это видео и вы считаете эту информацию полезной, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.